Депутаты «Единороссы» поздравили активистов Одинцовского отделения «Молодой гвардии Единой России» с 17-летием организации. За 17 лет «Молодая гвардия Единой России» прошла огромный, очень интересный путь. И что особенно важно, сохранила общую цель, отметил руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев. Единороссы отметили почетными грамотами самых активных волонтеров-молодогвардейцев. Церемония прошла в Одинцовском центре помощи семьям мобилизованных граждан.